Всем привет, дорогие зрители. Канал Turkish People. Меня зовут Юсуф, папа Юсуф. Приветствуем вас, мы из магазина. Опять мы ищем мебель. Нам осталось совсем чуть-чуть купить подставку под телевизор, тумбочку под телевизор. Ну, даже не знаю, как это назвать. Что-то под телевизор. Я говорю, что это что, только из-за этого мы не переезжаем? Нет, конечно. Женщина, если с тобой берем, они много чего спросят. Много чего надо показывать женщине. Глаза надо кормить женщине. Это обязательно. Это, да, понятно. Друзья, я там дома много чего я купил, которые истекпали. Вот истекпал купим еще под телевизор, тумбочку, что, приехали что угодно. Приехали посмотреть, они говорят, что что-то у них новенькое появилось. Да. Ну, новые диваны видим. Но у нас диван уже есть, диван уже не интересует. Уже так новая цена. Космос, друзья, серьезно космос. Цена такой, сумасшедший на стол всех. Серьезно говорю, так маленький, штук купить нельзя уже там таких магазинов. Но, конечно, это если есть у вас карманы в валюте, меняешь одно и то же вещь, у вас ничего не меняется. Но кто-то зарабатывает турецких лира, вот эти проблемы. Вот сейчас мадам с тобой, еще Аня со мной. После школы они забрал, перевезли в магазин. Быстренько, пока магазин не закрылся. Магазины в Турции работают до 6 или 7 вечера. Да, еще у меня там знакомых есть из Измаил. Он меня что-нибудь делать будет, друзья. О, купим. Пойдем смотреть сначала. Посмотри, пожалуйста, жена, хорошо? Давай. Не трогай меня, посмотри, что хочешь. Ну все, пойдем сейчас. Вот, жена, надо опустить магазин. Юсуф будет отдыхать немножко. Иди, скажи, жена, что хочешь. Нет, мне нужно идти с тобой, со всеми. Пусть они цены говорят. Потому что я смотрю, до сих пор табличек с ценниками нет. Но я так не люблю. Конечно, со мной, да? Я так не люблю. А то он останется с тобой разговаривать, а ты ходи смотри. Нет, мне нужно... Потом скажут, сфотографируй, приди, мы тебе скажем, сколько стоит. Нет, надо, чтобы со мной ходили и сразу говорили. Везешь, отвезешь, держишь, руку показываешь, потом оформляешь, потом купаешь. Это... Дала муж. О. Конечно. Давай, муж. Давай. Пойдем. Давай, жена. Пойдем. Пойдем. Муж с тобой. Пошли. Поехали. Вот, мадам. Магазин многоэтажный. Нет, это слишком большая нам конструкция. Она там маленькая. Нет, нет, нет. Огромная. Пойдет. Не пойдет. Метр 80 пойдет. Не пойдет. У нас мебель там стоит, два дивана. Нет. Я размер забрал. Не влезет. Не влезет. Но телевизор не влезет. Сколько это ширина? 180 мы смотрим. Шуму? Шуймишь, погоди. Вот это. Директ кузеле гиттим ман. А? Бу. Карада затем бэнмэд оно. 19 тысяч она. Маме даже не понравилось. Не понравилось, да? Молодец. Хорошая жена. Молодец. Во. Отступим. Ну, не знаю, черный. Куда нам черный цвет еще? Слишком просто. Надо что-то интересное. Ты знаешь, много чего мы вставляем внизу. Ты знаешь, да? Какой размер? Нагадрабу. Метр 80. Ты уверен, что у нас там лезет? А, сейчас метр придет, посмотрим. Давай пошли посмотрим дальше, что есть. Ты видишь, вот предлагают поставить маленький телевизор, а мы телевизор хотим большой. И он не будет смотреться. Вот какой? Такая турецкая мода. Маленький телевизор. Как Юсуф называет, витринчик. Ты знаешь, пока мы не знаем, телевизор какой будет у нас. Большой будет. Большой будет, но если... Большой будет. Сколько большой не будет? Будет. Где-то 50-51 дюймов. Большой, хороший телевизор должен быть. Вот так. И значит, это нам не нужен, только внизу нужен. Вот внизу вот такой штук нужен. Вот это неплохо, неплохо, красиво выглядит. Помни немножко, да? Мне кажется, да. У нас коричневые диваны вот такого оттенка. Один, другой светленький. Неплохо. Короче, стеклянные не берем. Стеклянные там пыл держит. Ну и черные тоже. Да. Не, это не держит. И кими? Алмаз. Большая. 1.60, 1.70.
И тамам, бахалом, нерду. Пойдем мы в лифт. Поедем на следующий этаж. Тоже тема. Видишь, как люди думают. Вот такие турецкие магазины, все с лифтами. Свет тоже неплохо, мадам, бамбу. Это 140 сантиметров. Вот это отдельно идет. Это две разные. Просто, поставили вместе. Что скажешь? Bizim televizyon büyük. Ona sığmaz bu. Nasıl ödüşüm adam? Пойдем. А вот такое ставят рядом с кухонной мебелью в салоне. Когда есть возможность поставить так большой стол. Продолжаем смотреть разные варианты. А это белый. Мне кажется, белый вариант здесь. Да, пиратус. Olur da şu mesafe kısa bize. Bu olmayacak yani. Sadece alt. Ha, sadece şu. Это не то, мадам. Только не то. Это отдельно, да? Нет, не отдельно. Это убирает. Только это. И сколько она стоит? Сколько стоит одна белая? Качество рабу. 3800. Böylece. Sadece alt. Üstü? Где-то 8000. 7600. Но это неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Не знаю, мадам. Под мрам сделано. Это пластик. Выглядит под мрам. МДФ? А, ну вот когда такая поверхность черная, на ней пыль остается сильно. Просто есть уже. Да, знакомая история. Ты протер пыль, через час опять она там лежит. Какой час? 5 секунд, уже есть. Смотрит еще кресло. У нас же Андрей остался без кресла. Сколько раз приехал из детских санаид, тюль вообще не посмотрели, друзья. Там у меня так очень много вопросов есть. Интернет купаем, но интернет всегда хороший, не приедет. Примерно. Наши дома мне не нравится. Жена купил, понравится. Я ничего не говорю. Давайте пойдем в это магазину, посмотрим, что происходит. Какая магазин? Мы смотрим в интернете. И последний. Салам алейкум. Мераба. Кардашим, нас. Алин кейфин нас. Я уж перде модельлерни бьюстер вана. Каталон, дурсун, я шо, хазыр шейлерден, бишилер гюстер бана, я. Хан шо, ипли мипли фалан олю, я шейли, сармала фалан, йок манлардан. У нас такой есть, я в зал хочу нормально. На это зебра, у нас совсем другой, мадам. Güneşlik modelinde bu şekilde. Şu şekilde yaparsan da tül işliyor. Anladım. Farklı farklı katalonlar, ürünler var. Bunlar mı? Коричневый такой интересный цвет или нет? Я считаю, что в зал надо повесить тюль и шторы настоящие. Зал? Конечно, будет красиво. А то, что у нас рулонные шторы, они есть по всей квартире. Да, потом каждые 20 дней, Юсуф, иди сюда, помоем, поставь на место, да? Не 20 дней. Вот смотри, как красиво, когда в зале вот такое что-то смотрится. Я пока еще не приценилась к нашим диванам, наверное, надо чуть-чуть пожить с ними. Видишь? На этом мода в этом году, на этот свет мода. Везде есть этот свет, я вижу. Вот такой.
Честно, не знаю. Такой. Интересно? Это простое. Смотри, вот такое интересно здесь сейчас, посмотри. А давай спросим, почем? Я когда буду на рефер вторым штора? Пида я псану, ну? Это для дня? Дня? Кровать. Это ночь. Ладно, дам. Интересно. Başka renkler var mı? Başka renkleri var abi. Bir de kremi var mı? Kahve, yan taraftaki gri ve krem var. А, три разных крем тоже есть. А интересно это? Очень интересно выглядит. Люди что придумают, а? Покажу, покажу поближе. Выглядит, смотри. Видишь, ткань красивая. Пыль сюда ждет. Аня, не играй, баба. Правильно, ты заметил. Не кадр, наверное, фетлер, баба. Метр квадратный 600 лира. Пикассо. Шунар? Шу зебрам, шу шу не джишу. Anladım. Öyle mi? Ne kadar pahalı? Ya onu beni ilgilendirmiyor. Sen şeyin perdenin şeyini söyle metrekaresini. Посмотрите, сколько разных видов ткани есть. 750 лир за метр квадратный ты штуку. Ты вот смотришь опять рулонные шторы. Ты говоришь, тебе не нравится, а на самом деле тебе не очень нравится. И здесь магазин выглядит очень красиво. Это не забывайте. Очень много вариантов тканей есть. И это все под ваши размеры сошьет. Да. А сколько времени шить будут? 10 дней. Как обычно, везде. Видишь, предлагают как сосчитать. Вот, видишь, как наша ткань. Краска. Да, видишь, да, видишь ткань какая. Şunun metresi ne kadar? Enişte ola? Bir tane olarak gelecek sana. Yani onun fiyatında 1400-1600 lira bir rakam. 3 metre kumaştır. Dikildiğinde 1 metreye düşer. Bir tanesi de sana 1400 lira. Yani sen hiç aç kalmadın mı aga? 1400-1400. Bu ne lan? Abi bunlar ithal kumaştır. Bana ne kardeşim? Türkiye'de yapın. Benim sorunum mu? Normal satış fiyatım. Sana farklı fiyatla yardımcı olur. Sıkıntı yok. No. Здесь потому что шьется. 3 метра, короче, это говорят 1400 лир, только один штук. Два штук, 1400 бу, 1400 да бу, öyle mi? Bir de ortasına tül gelecek, öyle mi? O cam incir ağacını dikeceksin yani. Bana ne kardeşim ürün, ürünü yemeyeceğim ya ben. Один тюль, блин, 3000. Один окно. У нас есть туда два окна, 6000. А они там, только штору в одном окне повесишь, и на второй повесишь. Я тебе говорила. Вот так ходишь, смотришь, какие варианты предлагают, и потом можно сказать в интернете. На нашем любимом сайте. Я еще, честно вам скажу, не смотрела. Так интересная тюль. Потому что вам говорят цену за метр, а когда шьешься, видите, там вот эти складки делаются, в зависимости от того, какие будут крупными, мелкие, видите, они по-разному сшиты. И цена будет отличаться от метра. Смотри, какая тюля интересная. И идешь там базарский тюль найдешь. Откуда нашел опять? Это старая, модно. Это что у нас коричневый цвет сочетается? Уже 21 век, мадам. А что ты предлагаешь? Скажи, какая тюль? Да что? Цыганский. Это цыганский. Ты так думаешь? Однозначно. Вот Аня держит, это тоже хорошее. Это тоже модно было лет 30 назад у моей бабушки висит. Твой бабушкин дома я был. Я не видел такой. У меня разные. Нет, сейчас не модно.
Вот сколько стоит? Шнур на кадар нечто метрисе? Bak sevişmeye başladık şimdi. 200-230 lira. Вот такой метр квадратный. Короче. 2-60 mı bunların boyu? Abi kumaşta boyunda sıkıntı yok. Yani. Senin ölçüne göre ben boyunu bitmeyeceğim. Yani şu bizim iki pençere ne çıkıyor? Yüksekliğine bir bakmak lazım abi. 2.50. 2.50'ye göre diktirim, onda sıkıntı yok. Yani. Boyda fiyat değişmez abi bunlar. Yani. 50 fiyat olur. Tamam, bizim pencereler 120. 120, 130, 140 diyelim. 140. 2 tane 140. 2 tane 140 yan yana mı? 4 tane mi fon kullanacağız bu şekilde? Nasıl? Yo. Kaç tane fon? 2 tane. 2 tane. Ha. Bir de şu tülden hesapla. Красиво сидит. Тридцать семь сот пятьдесят, мадам. Вот. Да. Две штуки вот такие. А если учесть, что нам нужно тюли больше? Короче, еще конкретно, я размер не знаю, но я знаю, наше окно туда 122 сантиметра. Окно. Два окна есть у нас туда. И еще одно 125, просто чисто окно. Я все размеры знаю, я все закажу, когда вот дойдут у меня руки. ПВХ 122 у нас. Давай 125. По 10 сантиметров. Линия 25, 35, 45. Давай полтора. Смотри, как у нас сейчас похоже. Нет, у нас потоньше полосочки. У нас туда радиатор есть, мадам, не забывай. Радиатор сверху, это закрывается. Зима будет проблем у нас. У нас сейчас закрытый радиатор. Обычный штор вот такой, бери, повесим туда, что? Ты все коричневое теперь смотришь. Да, вот такой. Модно сейчас. А это тот же самый, что смотрела. Нет, это другой. А тот же самый, только цвет перевернут. Айнем бунлар, он. Ну, видишь, он похож. Там коричневый с этим оранжевым, здесь оранжевый с коричневым. Миша, простые белые тюли тут. Просто с полосками. Вот такая должна быть. Это не тюль, перда. Это тюль, белая. Радышком посмотри. Коричневый. Смотри, жена, посмотри. А это у них ковры. Разные варианты предлагают. Тюли, шторы, выберите, вам мы сошьем, говорят. Не знаю, теперь, мне кажется, уже так не модно. Юсуфчику нравятся все-таки рулончики. Ты знаешь, двойной она. И что? Как раз закрываешь, вот так. Ракваханым, бабаби. Мне вот полоска не нравится. Она совсем на тюль не похожа. Полоски. У нас такая же в школе стоит. Иду. Который это, наши это дивери. ПВХ дивери есть у нас, балконный дивер, Андрей дивер есть. У нас Анян дивер есть. Раз, два, три, четыре штук надо, вот такой. Сколько стоит? Некогда бунларын фиятлары баба? А бунларын метр кари 450 лира. Метр квадратный 450 лира. Касса рэнгини сечебилерим бунда. Farklı modellerde de senden bir kumaşlar var. Tak krepitsa. Bunu nasıl tutturuyorsun şey abi? Abi. 4 tane delik deliyorum. 2 oraya 2 buraya. PVC'ye mi? PVC'nin içine aynen. Bu şekilde oturtuyorum. Bu ayakları buradan çıkabiliyor bak. Kanallıdır bunlar. Bu şekilde tekrar kanalı takıyorsun. Şu şekilde takıyorsun. Oturuyor. Hı hı. 4 штук будет там чего-то. Аня, да, сейчас я делаю аня, что. Cam balkon da, camın üzerinde. Cam balkon değil bu. PVC kapının içine. Tamam, sıkıntı yok, onunla da olur abi.
Cam balkonların içine de yapıyorsun bunu. Yani normalde terasa bunu önerirdim dünkü ölçü aldığım yer ama orada... Можно и на балкон прикрепить. Alttaki ürün de. Разные варианты. Normal bunların türleri var. Şu şekilde türler var bunlar. Просто окно закрывается у меня там. Просто окно. Там, где там стеклянные части, вот только это закрывать. Остальное не надо. Демела? Сколько будет стоить одна? 800-850, говорит. На одну дверь. Шунлардан? Шума? Ха. Бунлар микроджелизи дивичи. Evet. Bunda da aynı yine gece gündüz mantığı var. Bu şeyin ahşap cüzdanın aynı mantığı. Ama bu da pahalıya gelir. Yani ne kadar pahalı? Yani bunun metre ahşap cüzdanın metrekaresi 758 lira şu an. Hadi prosto cüzdanı 500 lira. Adin akno 400-450 lira. Обычно. Но они железные, они знак помнишь? Да. Вот такой самый лучший вариант такой. Подходишь за идеями по магазинам. Смотри, у меня понравились эти. Смотри, мадам. Это понравилось мне. Кошмар, это не что ли? Ишинная, ярлиджан затен. Это красиво, да? Ну, в магазине, да, хорошее освещение. Блин, одну комнату 10 тысяч будем платить, что ли? А, вот то, что тебе понравилось. Вот это, еще есть много чего. Много светлей есть. А сколько дней будут изготавливать? Качкан дэй апьюсан, баба? Недели, максимум, да. Красиво. У нас туда три окна. Надо хорошо подумать, хорошо размерить. Мне все времени нет. Когда переедем, мне будет больше времени. Сначала не надо купить? Нет. У тебя есть чем закрыть окно. Что есть? Забыл? Жалюзи. А, жалюзи. Давай. Давай. Давай, хорошо. 3500 это штук. Кресло. Сядь на него. Просто мы выбираем Андрею, он свое коричневое отдал. Ну как? Ну как? Он большой, ему было неудобно, а мне удобно. Ну, ну. А он крутится? А? Крутится? А? Да. Крутится. Смотри, что нам там. Включили. Похоже на камин. Включается пультом подсветка. Ну, это зеркало вверху, видишь? TV Unity, see? 20 тысяч, мадам. Понятно, вот за это. Это 20 тысяч. Так. Вот либо такой. Вот такой предлагают. Ну, это обычный. Наш размер вот такой берется. Посмотрим, что. Белый с коричневым. А, ну, да, да. Ölçüsü ne işte bunun ya? Ölçüsü demek ki. Bu 2 metreden fazla. 2 metre это, да? Не, больше. Пошли другой посмотрим. Вот тот туда есть еще один. Мне ручки не нравятся. Evet abi. Вот такой, Елена, лучше, нет? Ну, они все огромными делаются. Так, что здесь включается? Ой, тоже камин. Смотри, как красиво. Какой-то фиолетовый. Да. 8500. Этот весь комплект здесь и 250. Только внизу 7400. Это очень простое, мадам. Ну, там слишком простенький. Вот к таким стульям надо.
2350 весь комплект. Я уже думала, мы перестали смотреть мебель, но у нас одна вещь не купленная осталась. Ага. И мы опять ходим, смотрим мебель. Сколько размер? Так, весь комплект стоит 6000, вниз 4000 и на стеночке 2. Вот эти два ящичка. Ага. 4 000. 2 метра. Kardeşim derdiniz ne sizin? Koca koca dolap yapıyorsunuz böyle. Видишь, это красиво, модно. Да, в стиле сундука. Это да. Это да. Покажу еще варианты. И с белым столиком. Еще вариант предлагают. Это же под мрамор сделано. 5500 стоит. А это мрамор? Мне здесь только больше всего освещение понравилось. Пластик. Вот это пластик. Ну, да, да, конечно, это не мрамор, что Танечка. Эски санаи здесь, друзья, огромный вариант есть. Везде можно посмотреть. Магазинов здесь так много. Можно приехать ранним утром и до позднего вечера ходить, и все не обойдете. Серьезно. Но пока у нас размер конкретный, не знаем. Я так размер забрал, типа 1,80 м. Она говорит, там до диверних хочу. Посмотрим, что будет. А жалуется, перевезем телевизор, а куда ж мы его поставим? Я говорю, на пол поставишь. Не-не, все равно надо купить, поставить куда-то на пол, что ли. Вешать на стену не хочется, делать дырки на стене. А что я буду, не переживай. Но делим, друзья, делим, потихоньку делим. У нас так ерунда осталась, ерунда это купаем, но... Если мадамам купить тяжело. Если я пойду, сразу куплю, принесу. Какая разница, это меня ничего не делают. Просто туда шкаф, сверху телевизор вставляешь, все, внизу есть, есть что-нибудь поставить. Очень просто. Раньше была CD, там кассет была, а сейчас это тоже нет, то зачем? Вот, простой стол нам достаточно. Пойду посмотрю еще раз истекпали. Без мадама перейду, куплю. Всем спасибо большое, друзья. Поставьте лайк у нас. Подписывайтесь на канал. Люблю вас. Мы бы еще ходили, магазины начали закрываться. Да, да. Еще будем гулять, посмотрим. Вам тоже выучим, что, куда, где. Всем хорошего дня. Всем пока, друзья. Увидимся. Пока-пока.